Добрый день, здравствуйте! Сегодня приготовим вкусный коктейль для похудания. Для этого нам понадобится стеклянная тара. Это может быть банка, графин, бутылка. В чем вам удобно будет брать с собой или же пить дома. Понадобится растворимое кофе любой марки. Я сейчас возьму одну чайную ложку. Понадобится мед или же сахарозаменитель, йогурт и кипяченая охлажденная вода. Стряхиваем горку и берем ложку кофе растворимого. Залить его надо охлажденной кипяченой водой. Я повторяюсь, но это делаю специально, чтобы вы не разбавляли его обычной водой. Теперь добавляем сюда мед. Я мед чуть-чуть подтопила, чтобы он быстрее растворился. Или же 2 таблетки на пол-литровую банку сахарозаменителя. Или же 4 на литровую банку. Хорошенечко все перемешали. А потом будем добавлять йогурт. Все должно быть обезжирено, естественно. Обезжиренный йогурт или обезжиренный готых, мацони. Но все должно быть нежирное. Сметану добавлять нельзя, заранее предупреждаю. Теперь сюда выливаем вот этот хорошо смешанный кофе с медом или с таблетками. Таблетки должны обязательно раствориться. И без комков йогурт. Хорошенечко все разболтали. Я тут набрала полбанки, чтобы было удобно размешать, чтобы вы видели. Но дальше сюда можно добавлять кипяченую охлажденную воду, сколько вы хотите. Вкус очень приятный. Чуть-чуть есть там такая нотка кислинки. Ну, это йогурт или готых, или мацони дает, естественно, свою кислинку. Благодаря этому мы худеем. Теперь баночку можете взять с собой на работу. Захотели покушать, у вас обед, взяли и выпили. Если в течение дня вам хочется покушать, вы не можете удержаться, взяли 2 глотка и выпили. А лучше всего, самый хороший эффект, когда вы в течение недели один день посвящаете именно этим коктейлям. Пьете его с утра до ночи, и вес вас просто радует. Я поделилась с вами этим видео, потому что я его сама пробовала. Эффект очень хороший, и хочу, чтобы вы тоже использовали это все. Ну, а теперь хочу попрощаться с вами. Всего вам доброго. Желаю вам удачи. Спасибо, что посмотрели до конца видео. И худейте на здоровье. И вкусно. А пока.